Российский и советский флейтист, заслуженный деятель искусств, педагог, композитор, автор хрестоматийного учебника «Техника игры на флейте». Все это о нашем земляке, уроженце Нового Оскола Николае Ивановиче Платонове. Память о нем бережно хранят в родном городе, а в местной школе искусств в его честь проводится фестиваль духовой музыки. Атмосфера музыкального форума в нашем следующем сюжете. В этом доме на улице Володарского в Новом Осколе и родился будущий известный флейтист и педагог Николай Платонов. Здесь он получал первые уроки музыки у своей матери. Когда повзрослел, работал в местной музыкальной школе, затем служил в Красной армии, играл в военном духовом оркестре. С 1922 года переехал в Москву, закончил консерваторию, был солистом оркестра Большого театра. Одна из основных заслуг Николая Платонова – создание учебника «Техника игры на флейте», по которому и сегодня учатся музыканты не только в России, но и за рубежом. Именно благодаря этому учебнику виртуозно извлекает ноты 9-летняя Вика Оглоблина. Флейта – ее любимый музыкальный инструмент. Мне понравилась флейта. Я попросила маму, чтобы она меня записала на флейту. Потом мне было трудно заниматься, но я справилась. Фестиваль духовой музыки в честь Николая Платонова в Новом Осколе проходит на протяжении 20 лет. Раз в 3 года это еще и конкурс детских духовых оркестров. В этом году в нем приняли участие 13 коллективов со всей области. Каждый конкурс появляются новые коллективы. Кто-то уходит с арены по каким-то объективным, субъективным причинам. Вот. А в данном случае, вот сегодня опять-таки, мы надеемся услыхать новые коллективы. Каждый конкурс – это открытие. Для оркестра Губкинской детской музыкальной школы номер 1 это первый конкурс, в котором начинающий коллектив принимает участие. Только первый опыт на конкурсной сцене. Зрители с пониманием отнеслись к маленькой неудаче и тепло встретили юных музыкантов. А вот Новооскольский эстрадно-духовой оркестр уже неоднократный победитель различных фестивалей. Джазовые мелодии команда исполняет виртуозно. По итогам конкурса члены жюри наградили практически всех участников. Но лучшим из них, обладателем гран-при регионального фестиваля имени Николая Платонова, стал духовой оркестр Белгородской детской школы искусств номер 1 под руководством Евгения Шляхова. Елена Голотовская, Наталья Александрова, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.